Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Рифт Герои. Так, что у нас тут интересного такого происходит? Какой-то кристалл посередине, и вокруг него замки. Так, я так понимаю, это замок нежити. Это замок каких-то, видимо, гномов, потому что тут, сами видите, печки, херечки. Это, наверное, эльфы, а там, скорее всего, люди. Так, нажмите для продолжения. Ну и что? Возле этого кристалла. Короче, кристалл питает эти четыре мира. Оу. Ну, как видим, демоны какие-то тут решили вдруг побаловать. Ты смотри-ка. Осьминог забрал кристалл. Ясно. И мы должны его, видимо, вернуть обратно, чтобы восстановить якобы какой-то здесь порядок. Это, я так понимаю, у нас герои, которые нам будут доступны. Так, выберите себе чемпиона. Хорошо, давайте выберем себе чемпиона. То есть я могу полностью моделировать героя главного. И я думаю, что вот так вот, в принципе, вполне сгодится. Можно, конечно, ролить. Так, давайте-ка мы... Вот. Интеллигентная птичка будут звать нас. Принимаю. Ага. Это якобы чувачок, который нас будет обучать. То есть он сказал, что Кракен похитил кристалл, и мы должны его вернуть обратно. Но для этого нам нужно стать великим воином. Хорошо. И первое, с чего мы начинаем, это со строительства. Строим ферму. Ну что же, хорошо. Он говорит, что вы можете это все дело ускорить. В принципе, что я и делаю. Так, давай теперь построим с вами. Так, это у нас лесопилка. Понятно. Хорошо, тоже мы ее ускоряем, ребята. И выполнили мы это задание. Теперь у нас будут, типа, прибывать ресурсы. Теперь постройте шахту золотую. Ну, я понял, понял. Также ускоряем. Хорошо. Это, ребята, у нас идет обучение. Поэтому все пока предельно ясно. Улучшаем свой замок. Цитадель свою. Ясно? Отлично. Отличная работа, чемпион. А теперь пора отправиться, говорит, в путешествие вам. Хорошо, я не против. Оу. Так, смотрите, ребята, вот он этот кракен. Вцепился мертвой схваткой в этот кристалл. Ну, а мы с вами отправляемся в Рифтхейвен. Да, я хочу сюда прийти. Так, и у нас первый наш бой. Гоблин-лидер. Хорошо. Вы будете драться против вражеских героев. Здесь нам вкратце сказали. Ага, и ставим сюда. Понятненько. Оу, какой ты ватный. Оу, да это шикарно, ребята. И победа за нами. Так, пройдите миссию 1-1. Ну, я это выполнил. Ну что же, говорит, продолжим. Так, давай продолжим. Я разве против? Так, опять у нас гоблин-лидер здесь. Ну, я понял, выставляем сюда. Система боя... Предельно проста, ребята. Ничего сложного здесь нету. Вы это сами прекрасно видите. Так, он у нас... Ага, он у нас еще при этом сам же хилится. Смотрите, ребята. Вот так вот. Вот такой у нас герой, который, прежде чем ударить, немножко себе восстанавливает здоровье. Ну и, как видим, победа за нами. Оу, смотрите-ка, мы с вами получаем нового персонажа. Люцин. Звать его... И, по всей видимости, это рыцарь. Хорошо. Так, выполнили мы это задание с вами. Так, продолжите, говорит, битву. Ну, я всегда за. Так, ну что же, говорит, расставьте теперь своих новых персонажей. Ну, я поставил сюда рыцаря. Ага. Вот он как делает, да? Так, ладно. Оу. Смотрите, ребята, если у нас вот здесь вот
нету никакого персонажа, героя, то гоблин или какая-либо другая мразота, которая здесь будет стоять, будет атаковать уже нашего героя. Поэтому нам нужно его прикрывать своими персонажами. Вот оно в чем загвоздочка. Воу, нифига, у рыцаря есть защита. Так, а этот уже хилится. А, он хилит и себя, и еще и нашего рыцаря. Ну что же, это очень круто. Да, он, смотрите, оп, и себя, и рыцаря прохиливает. И мы сейчас наказывать будем этого гоблина, лидера. На. Очень шикарно. Оу, мы с вами открыли еще одного персонажа, которого звать Кира. И это у нас арчер, то есть лучник. Так, выполните миссию 1-3, я это сделал. Так, повысьте уровень своим героям. Нам нужно вернуться в замок. Выбираем. Ага, вот они, наши герои. Хорошо, давай посмотрим информацию. Так, улучшаем, естественно, ребят. Отлично. А, тут нужно всех улучшить. Хорошо, давай и этого улучшим тогда. Отличненько. И последнего, да? Вот так вот. Все на этом, нет? Что у нас здесь такое, ребята? Мы можем с вами чего-то... Ага, ну давай вот это вот откроем. Посмотрим, что у нас здесь. Кира. Получили карточку, я так понимаю, одну. Хорошо. Так, здесь вроде бы больше мы ничего не можем сделать. А тут что у нас такое? Mailbox. Ага, получаем 50 кристаллов и 25 опыта. Спасибо большое. Это, видимо, за вход в игру. Так, я это задание выполнил, ребята. Это я тоже выполнил. И это выполнил. А, ну поднять уровень героем я им всем троим поднял. Так, теперь давай тренировать. Ну, давай тренировать. Построить. Построить тренировочную базу. Давайте сделаем, ребята. Так, мы можем это дело ускорить. Так, минуту пришлось бы ждать. А так мы моментально с вами завершаем. Так, выберите, пожалуйста, героя, которого будете тренировать. Ага, у нас мечник тренируется. Сейчас. Я могу, ребята, это быстренько дело завершить. Так, а что такое? Ага, улучшаем. Хорошо. Мы улучшили еще одного персонажа себе. Так, постройте силу. Постройте силу. Это у нас еще одна... А нет, ребят, это... Ну да, в принципе, вот у нас сила, да, с вами? И мы вторую ставим, вот она. А зачем нам, интересно, две вышки? Странно. Но, видимо, для чего-то нужны. Хорошо, мы можем с вами здесь 9 голды забрать, а здесь, я так понимаю, древесину-то мы можем же забрать или нет? Видимо, пока нет. Так, ну что, башня сейчас у нас построится. Вот, одна секунда осталась. Вот она появилась. Хорошо, забираем опыт, деньги. Так, ох, как долго он будет тренироваться, ребята, Люсон. А можно как-то это дело промотать? Во! За кристаллики, ребята, мы с вами это дело ускорили. Так, теперь, говорит, постройте... Ага, лесопилку, еще одну причем. У нас уже есть одна, но им, видите ли, нужна вторая. Хорошо, и в тот же момент нас просят тренировать еще персонажей своих. Ну, давай вот так вот по-быстренькому завершим тренировочку эту, да? И здесь то же самое. Не будем ждать за кристаллы, мы все это дело с вами ускоряем. Так, что у нас тут достраивается? Лесопилка. Вроде бы как и все, да? Так, постройте еще одну шахту. Ну, давай построим по добыче, ну, золота. То есть мы сейчас в данный момент развиваем свою, так скажем, базу. Так, улучшите ферму до уровня 2. Хорошо, давай улучшим. И ускорим сразу же это дело. Так, теперь лесопилку улучшите.
Хорошо, что здесь, ребята, есть ускорение. Причем, я так понимаю, это бесплатное пока. Так, улучшите шахту до второго уровня. Хорошо, мы это сделаем, ребята. Ускоряемся. Забираем опыт, деньги и древесину. Так, что теперь? Ага, сторожевую башню улучшите тоже до второго уровня. Легко. Ну, что? А, улучшите теперь, там говорят, трон чемпиона. Хм, подожди-ка, а что нужно для того, чтобы улучшить трон чемпиона? Не знаю, ребята, что для этого нам нужно. Так, теперь улучшите тренировочную. Хорошо, улучшим. Все. Так, что у нас здесь? Ага. На этот раз они просят, чтобы я улучшил им мастерство. Хорошо, давайте улучшим, ребята, мастерство наше. Так. Теперь у Кира. Я буду, ребята, за кристаллы это улучшать, чтобы не ждать долго времени. Так, и здесь тоже мастерство. Ну что, надеюсь, все на этом, да? Забираем. Так, улучшите холл героев. А что нам дает вообще этот холл героев, а? Я, честно говоря, пока не знаю. Да что ж такое-то, опять их улучшать, что ли? Ёлки-палки. Так, а вот здесь, ребята, уже большая проблема. Здесь нужно золото, а у меня золота нету. Печалька какая-то. Так, улучшите. Да я же все это улучшал, ребят. Они опять просят улучшить шахту. Хорошо, давай улучшим. И ускорим. Деньги дают за то, что мы, ребята, это делаем с вами, улучшение. Здесь все это бесплатно и дают нам голду. А голда нам пригодится. Так, что у нас еще? Улучшите, ага, башню. Обязательно это улучшим. Все? Надеюсь, на этом или нет? Что еще? Так, а, ферму теперь просят улучшить, хорошо. Сделаем ферму улучшение. Так, чего-то нам не хватает. Ага, давай вот так вот сделаем. Ну что, вроде бы все у нас по второму уровню. Теперь цитадель, говорит, улучшите. Но я сделаю это за кристаллы, ребята. Третьего уровня оно у нас становится. И вот, надеюсь, теперь у нас хватит, ребята, голды, чтобы мы могли, да, улучшить своих героев. Так, отлично. Следующего берем. Тут тоже все хорошо. Продолжаем. И последний у нас персонаж. Ага. Ребята, у нас 200 золота. Нам не хватает буквально соточки. Вот она, соточка и вышла нам. Давайте-ка. Улучшение. Есть. Ну что, своих героев я улучшил. Так, продолжите, говорят, основные задания. Миссию 1.4, война против гоблинов. Хорошо. Давай посмотрим. Тут у нас Мурц против нас, ребята. И мы выставляем героев. Я вот сюда поставлю, наверное. Вот так вот. Хе-хе-хе. Ну-ка, воу, хорошо мы его наказали. Сюда я поставлю Киру. То есть максимальное количество, ребята, персонажей за один бой я могу 6 призывать. Оу, с удара просто снесли. Так, ох ты, Хелион. Кто это такой Хелион у нас? Ну, судя по тому, что у него горят руки, это, видимо, пироман. Или маг огня. Должен быть так, по идее, быть. Так, что мы можем с ним сделать? Мы можем мастерство ему повысить, так ведь? Можем, за 8 кристаллов. Еще могу даже сделать. Так, отлично. И могу также... А вот здесь, к сожалению, нужно золото. Здесь уже кристальчики не помогают. Хм.
Да-да-да, я понял, понял. К сожалению, у меня нету золота, поэтому пока придется ему так постоять. А мы с вами продолжаем бой. Так, у нас Громан Горд. Это, видимо, какой-то... Я даже не знаю, как его назвать. Но мы видим прекрасно, что уже три гоблина тут стоит. То есть каждый сейчас будет атаковать. Но атака у них слабенькая, поэтому, ребята, мы успеем здесь выставить оборону. Ах ты, смотри, что делает. Оу, как мы хорошо его сейчас ударили-то. Ха, погиб. Да, легкий оказался такой боссик. Забираем реворд за выполненное задание. И мы с вами... Кстати, да, мы можем же улучшить. У нас, по-моему, денежек хватает теперь. Ах, тут нужно 800, а у меня 350. Ладно, хорошо, подождем еще, ребята. И мы с вами вот сюда идем. Против какого-то рыцаря. Гола. Так, Гола, хорошо. Прям как Голум. Воу, смотрите, какого рыцаря он вызвал. Давайте-ка мы сейчас с вами поставим против него вот так вот, своего рыцаря. Ну, есть. А, нет, не добили, ребята, к сожалению, пока не добили. Что он будет делать сейчас? Так, ладно, а я хочу посмотреть, что вот это у нас за маг такой. Ну-ка. Это понятно, этот хилит, уже хилит на 6, ребята. Не успел у меня маг огня даже проявить себя, как мы завалили босса. Так, ну что же, двигаемся с вами тогда дальше. Опять Голо, да, у нас здесь? А давайте-ка я вот так вот сделаю. Хочу просто посмотреть, что он из себя представляет. Ого. Слушайте, ну он как-то пока слабенько бьет. Видимо, потому что он у нас не раскачанный. Ай-яй-яй. Ах, вот он как, ребята, он две цели поражает. Так, тихо-тихо, гоблин. Стой на месте, что ты дергаешься? Так, надо вот здесь, ребята, прикрыть. То есть за один раунд я могу выставить всего одного героя, ребят. Понимаете, да? То есть не могу сразу себе поставить всех и медраться. Только по очереди. Причем не забываем, что мы можем с вами войти в драку, и уже у врага будут везде стоять его, как говорится, приспешники. Так, попробуем посмотреть, что у нас из этого выйдет, ребята. Empower. Тыч, летающая мышь погибла, и также босс погибает. Ну что же, все довольно пока легко и просто, и причем понятно. Несмотря на то, что здесь нет русского языка, все довольно интуитивно ясно, ребята. Так что, теперь-то нам хватит денег проапать нашего пироманта? Да, теперь хватает, поэтому, ребята, я его буду улучшать. Теперь-то он, наверное, будет очень хорошо жарить, так как он у нас уже проапанный. Так, что у нас тут? Улучшите ферму до 3 уровня. У нас следующее, ребята, задание. Улучшаем. Так, пропускаем. То есть я потихоньку вот это вот все, ребята, с вами буду улучшать. Соответственно, будет у меня расти добыча ресурсов. Соответственно, мне будет больше денег. Соответственно, я смогу все лучше и лучше прокачивать своих персонажей. И тем самым, естественно, проходить основную сюжетную линию, на которой мы сейчас только что с вами были. Так, башню теперь просят улучшить. Улучшаем. И что еще останется? Только лишь... Ага. Вот здесь мы за кристаллики сделаем. Улучшили. Так, теперь тренировочную. Тоже за кристаллы, ребята, я прапаю ее. Так, и могу, как видите, своих персонажей еще прапать. Уже... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего себе, 115 кристаллов, ребята, нужно для того, чтобы я третий уровень мастерства поднял. Вы представляете, это... Это довольно много, и причем 5000 голды. А где же я это все буду добывать? Ну, естественно, ребята, это добывается у нас все по сюжетке. Так, здесь мы... Ну, здесь можно легко сделать непринужденно. Но согласитесь, вот это вот... Ага, я могу вот так вот сделать. Хм, континь, понятно.
Уровень 7 у меня получает мой Хелион. А вот мастерство, чтобы ему повысить, нужно очень много денег, ребята. Очень много денег. Или же 115 гемов. Ну, согласитесь, лучше заработать деньги, чем тратить рубины. Они нам пригодятся. А если я вот сюда схожу? Так, в мир. Так, здесь я заберу все. Вот, Рифт Хейвен. Мы с вами здесь. Мы здесь с вами остановились. Да, я, ребята, могу дальше, в принципе, продолжать идти. То есть пока не найду для себя, как вам сказать, достойного соперника, на котором бы я мог просто-напросто встрять. То есть пока я прохожу, мне можно вполне-вполне легко продвигаться дальше. Что он там, пожрал что-то или мне показалось? Так, а мы сейчас сделаем вот так, Гралом. Давай, иди сюда. Посмотрим, к чему у нас сейчас это все дело приведет. Так. Ну, враг уже, я вам скажу, такой крепенький. Что он там делает? Кости жрет, что ли? А, мясо он жрет, ребят. Куриные ножки. Так, ну, давай мы вот так вот Киру поставим. А сзади, если что, ребят, я выставлю пироманта сейчас. Будет у меня пиромант бомбить. Как вы поняли, он бомбит у нас все цели. Это первый удар, он бомбит все цели. А второй уже именно туда, на кого он нацелен. Хотя нам, может быть, даже это и не пригодится. Смотрим. Так, выставляет. Empower. Тыч. Ой, я думаю, сейчас он погибнет. Ничего он не успеет сделать. На-ка. Пум. Вы поняли, да? Пиромант вначале в одного врага стреляет, а потом у него еще есть удар. Он может еще в кого-то бомбануть. Довольно очень хорошо. Так, скви, скви. Орет какая-то летающая мышь здесь, ребята. А что это такое? Ага, это у нас, ребята, арена здесь. Значит, здесь еще будет арена. Ох, ох, ядрено ты батон, ребята. Слушайте, напоминает мне чем-то Tower Conquest, да? Только вот немножко вот в такой форме. То есть мы с вами будем идти, 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 идти сюда, сюда. Тут какая-то у нас башня еще есть. И потом вот до этого портала нам нужно добраться. То есть путь довольно-таки длинный и долгий, я так понимаю. И больше чем уверен, что за этим порталом будет следующий мир. Так. Ну, погодите-ка, откуда здесь опять они появляются? Они что, респаунятся? Получается так, ребята. Хорошо, где мы с вами? Вот здесь вот остановились, да? Да, мы с вами вот здесь вот остановились. Улучшите ферму. Опять до третьего уровня. Что-то вы... Ну да. Просят опять улучшить ее. Хорошо, я это сделаю. Так, а у нас по улучшению персонажа я же, по-моему, чего-то ждал. Денег, по-моему, да, ребята? Мне не хватало здесь голды. Да, ее до сих пор не хватает. Но зато я могу их повышать по уровню. До 7 уровня, ребята, прокачивается у меня Люцен. Так, а Киру я тоже могу прокачать маленько, да? Да, ребята? До 7 уровня я прокачаю Киру. Так, Гралан тоже? Да, ребята. Отлично. То есть уровень мне для них не проблема повысить. А вот мастерство это уже, извините меня, очень такое затратное дело. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами вот на этой ноте завершим этот видосик. Я надеюсь, вам понравился, вы захотите увидеть дальше продолжение. Если да, то пишите хэштег «продолжай» и будем дальше смотреть. Ну а на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр и до новых следующих серий. Всем пока и до скорого.